В Твери продолжаются инспекционные выезды по дорогам, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этой неделе в рамках проекта «Дорожный контроль» комиссии побывали в Мамулине, а также на улицах Освобождения и Арсения Степанова. Ремонтные работы на улице Арсения Степанова и ее продолжении, улице 7 Интернациональная, выполнены на 95%. На участке протяженностью более 1 километра от улицы 3 Пролетарская до улицы Большевиков завершается укладка дорожного полотна. Также планируется выполнить работы по укреплению обочин асфальтобетонным гранулятом, по установке искусственных неровностей и нанесению дорожной разметки. За качеством проводимых работ следят сотрудники Департамента дорожного хозяйства, администрации города, специализированные надзорные организации, общественники и депутаты. В ходе контроля выявлена часть нарушений, которые будут учтены дорожниками при окончании работ. Есть необходимость установки так называемых дорожных неровностей в районе железнодорожной больницы и устройства тротуара вдоль железнодорожной больницы. Еще один объект, который посетил дорожный контроль, это улицы Освобождения и Калошинская в Мамулино. Здесь восстанавливают щебеночное основание проезжей части и укладывают асфальтобетонное покрытие. Считаю, что очень хорошо, что в данную программу в этом году включили такие дороги, можно сказать, грунтовые в частном секторе. Это очень положительный аспект, я считаю. Тем более здесь очень много было обращений жителей. Ну и сейчас вот мы видим, что уже в скором времени будет современная качественная дорога в частном секторе. Остается один небольшой участок на повороте. Там оказалась старая ливневая разрушенная труба. Ну, я думаю, что в течение 10 дней ее заменят и доведутся единят два стыка дороги. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать 70 объектов улично-дорожной сети. Большая часть работ близится к завершению.